Друзья, мы целый год трудились, снимали видео, и наконец пришло время поздравить друг друга с Новым годом, потому что этот год подходит к концу, и на самом деле не хотелось бы даже делить нас на вот людей с проекта канала «Алло» и на вас, зрителей, потому что все равно в целом мы все с вами одно большое уютное сообщество, которое объединяется одной целью – страсть к новым технологиям. Мы снимаем для вас видео в самых разных местах, в самое разное время, а вы смотрите эти видео, иногда даже с очень неожиданных для нас устройств, мы за этим всем следим, однако все вы должны знать, что команда «Алло» — это большая команда, дружная команда, и несмотря на то, что я, грубо говоря, являюсь там лицом проекта «Алло» в Ютубе, но за этим стоит большое сообщество, которое занимается огромным количеством разных дел и механизмов. Это связано и с тестированием гаджетов, и с редактированием видео, и просто с какими-то организационными вопросами. И я хочу сказать спасибо каждому человеку, который принимает в этом участие. Спасибо тоже вам. Спасибо нашему видеооператору, спасибо нашему тестировщику, спасибо нашему ведущему телеграм-канала, спасибо нашему менеджеру проекта, который всем этим занимается, главному редактору сайта «Алло» Жене тоже большое спасибо, потому что без этих людей не было бы этого ничего. И все это делается ради вас, и без вас бы этого тоже ничего бы не было. И вы знаете, я недавно в социальной сети наткнулся на очень смешное видео, ну как смешное, но одновременно смешное и грустное. Это поздравление с Новым годом президента страны каждый год, это 10 лет подряд. И всегда, каждый год слова начинаются так: этот год был непростым, он был сложным. Я не хочу, чтобы мы с вами отмечали конец года на такой вот как бы негативной ноте. Я хочу, чтобы мы все мыслили с вами позитивно. Я считаю, что 2018 год был интересным. Вот он был поправлен. Правде интересным. Я считаю, что 2019 год будет не менее интересный, к тому же в нашей отрасли, в технике, в гаджетах, во всем новом по-другому быть не может. Да, здесь стремительно развивающийся рынок, и даже если что-то самому себе желать в новом году, либо же вам желать в новом году, я даже пожелать ничего конкретно не могу, потому что все движется правильно, все движется хорошо, в нужном направлении. Главное не сбавлять обороты, и тогда мы точно с вами преуспеем. Друзья, желаю, чтобы ваш интерес к гаджетам не угасал, чтобы вот это техно-комьюнити наше всегда росло и пополнялось единомышленниками. И, конечно же, желаю, чтобы у каждого из вас появилась возможность обязательно побаловать себя какой-то крутой новой техникой. Да и чтобы, в принципе, этой техники становилось больше, чтобы было все интереснее и, главное, полезнее, потому что техника, она как бы замечательная, но ее нужно использовать с пользой. В этом году мы побывали в огромном количестве стран, мы протестировали абсолютно разные устройства, и 2019 год сразу же говорит, что таких событий будет больше и больше, начиная с января месяца, начнутся выставки, начнутся постоянные поездки, конференции, к тому же на канале «Алло» мы собираемся охватывать еще и новые рубрики, да, мы начнем вам рассказывать про компьютеры, мы начнем вам рассказывать про игры, про мобильный софт, поэтому держитесь, потому что контента будет очень много. Если вы хотите внести какую-то лепту в как бы продвижение нашего проекта, вы можете в комментариях написать, чего еще вы хотели бы видеть на канале и чтобы вы точно смотрели. Мы посмотрим на комментарии, на лайки и, возможно, придумаем еще какие-то новые рубрики. Мы будем наполнять канал новыми людьми, новыми ведущими. Сейчас вы это уже видите, выходят новости на канале, появляются новые лица. Это замечательно, и будем расти не только вширь, но еще и в высоту, и вообще во всех возможных направлениях. В общем, друзья, всех с Новым годом, хорошенько отдохните, потому что отдохнуть надо. Впереди нас ждет огромное количество дел, огромное количество видео, репортажей. Это я вам точно уже гарантирую, я сам постараюсь немножко передохнуть, чтобы как-то, знаете, немножко отвлечься. Все-таки Новый год — это важное событие, важно переключиться, чтобы настроиться на новый лад, как говорится. Сейчас мы это сделаем, мы уже начиная с января месяца, в первых числах, начнем планировать новые видосы. Всех с Новым годом. Спасибо вам. Пока.